Всем привет, с вами Юля. В сегодняшнем обзоре у нас будет вот такое крем-масло торговой марки Saim Phyto 7 Cleansing Oil Cream на основе 7 растительных компонентов французских трав. В том числе у них идет, так, что тут у нас? Голубая ромашка, лаванда, тимьян, масло жожоба, мелисса, розмарин, майоран. И пишут, что это все французские травы. Я взяла данный продукт, потому что у меня закончилось гидрофильное масло. До этого у меня был перед гидрофилкой такой же фирмы The Saim, только щербет. У него такая же практически консистенция, как и у крем-масла. Только мне кажется, этот более такой легкий, больше такой вот нежная текстура у данного формата крем-масла. Вот так он выглядит. Такой как гель, не гель масляный. Очень-очень-очень легко. И так я уже, конечно, поюзала его достаточно, прежде чем делать для вас обзор. Я брала данный формат, потому что мне понравился предыдущий формат щербета. И смотрю, думаю, какая-то новинка, не новинка, но для меня очень удобным он был. Думаю, попробую, потому что зимой холодно, кожа и так находится в постоянном стрессе, то пересыхает, то перемерзает, то пересушивает ее диким ветром. Вот, я решила больше таких масел для кожи, тем более я все, ну, стараюсь как бы следовать технологии двухступенчатого ухода, и сначала наношу либо гидрофильное масло, либо сейчас это вот такой формат крем-масла, а потом все досмываю пенкой для умывания. И этим форматом я осталась очень довольна, он очень удобный, потому что расходуешь действительно минимальное количество, ты не льешь его как гидрофилку, оно разлилось там у тебя на ладошке, его уже слишком много становится, а здесь ты пальчиком либо лопаточкой нужное количество себе взял, оно у тебя просто тает вот так в руках, либо можно сразу наносить на кожу, немножко помассировал, оно хорошо, отлично распределяется. Очень легкая, очень легко так травками пахнет, свежими. Причем не парфюмированно, не навязчиво, вот не, нет вот такого перегруза ароматом. И средство это рассчитано именно для чувствительной и поврежденной кожи. То есть, видимо, данный растительный комплекс, он успокаивает кожу, потому что после данного крем-масла я пользуюсь обычной пенкой, не с pH 5,5, которая там восстанавливает твой водный баланс кожи, а именно обычная пенка, которая сильно там сушит, сильно так стягивает кожу. Ну, корейской пенкой я тоже пользуюсь. И я заметила, что после вот этого крем-масла ты досмываешь его как бы обычной пенкой, и кожа у тебя вообще не стянута, она мягкая, она становится бархатной прям. И действительно нормально уходят покраснения, повреждения мелкие, вот там постсыпь какая-то красная, либо у тебя мелкий там прыщик, только ты его там что-то с ним сделал, и он сразу же у тебя так стухает-стухает, краснота уходит. Как бы для жирной кожи тоже он отлично подходит, он нормально очищает, смягчает, увлажняет, плюс долго держится вот такое ощущение свежести, даже после того, как ты воспользовался пенкой или своим обычным уходом. Обычно после умывания я стараюсь наносить именно гель какой-то фруктовый, либо гель с интеллой. По скидке я его брала за 350 гривен. Ну, как бы ценовое преимущество было. Я не помню, был какой-то праздник перед Новым годом, и, видимо, вот эти акционные были все предложения. Но объем 95 миллилитров. Уже пользуюсь я им практически полтора месяца, да, можно сказать. Ну, там плюс-минус. Вот, как вы видели, в баночке не такое большое количество израсходовано. Но пользуюсь я практически им каждый день. Поэтому смело могу сказать, что теперь это средство входит в число моих фаворитов. Это не сказать, чтобы бюджетный вариант, да, вот для косметички или для домашнего ухода, но за
такой объем и за цену, как бы это и не люкс, и для корейской косметики это небольшая цена за такое качество. Поэтому я осталась очень довольна им. Если у вас какие-то вопросы, пишите в комментарии, с радостью на них отвечу. Рада, что была вам полезна. Всем пока, до следующих видео.